Мы принимаем меры по дальнейшему повышению престижа военной службы. И в этом будем делать все. Все, начиная от тех ребят, которые отслужили, мы им уже даем большие преимущества. Чтобы человек, отслуживший в армии, солдат, придя через 1,5-2 года, чтобы он не сказал, что он потерял эти годы в своей жизни. Потому что те, кто остались, они имели возможность обучаться. Солдат и офицер, если он отдает армии и родине что-то, он должен иметь возможность быть вровень с теми, кто сегодня косит от этой армии. И в этом отношении мы будем предпринимать все, начиная от образования и заканчивая другими жизненными вопросами, насколько это позволит нам экономика.